Друзья, всем привет! Вы на канале «В поисках золота». Меня зовут Серега. Шли у нас неделю дожди, и вот один такой денечек без дождей. Выбрались мы покопать, я, Тёмыч и Вадик. Приехали в одно интересное место. Мы здесь были когда-то давно-давно. И были у нас здесь находочки, динарики находили, фибулы. Ходим часа полтора, наверное, может быть два. Нашел я три фибулы. Есть у меня динарик, сейчас вместе будем смотреть. Он черный, такой замурзанный. Я его еще не распечатывал. Сейчас глянем. Смотрите, друзья, третья фибула где-то в кармане. Я не нашел ее там. Пол кармана еще проволоки всякой. В общем, сейчас развернемся чуть от ветра, чтобы не так сильно задувало. Но я думаю, что динарик. Сейчас глянем. Перчатки порвались. Есть запасные, в принципе. Но пока динарик, друзья. Динарик. Я его еще, по-моему, лопатой угрел немножечко. Но он такой залипший. Но какая-то зеленая такая патина. Вроде серебро. Вроде серебро. Серебро, но в зеленой патине. Мне кажется, что марка Врелий, но я не очень уверен, если честно. Дома отмочу его. Думаю, что это будет более-менее нормальное. Все, первый есть. Вот так вот правильно переворачивать. Первый есть. Ну и фибулы вот такие. Пару спинок нашел. Еще одна где-то в кармане валяется. В общем, иду искать дальше. Иду искать дальше, друзья. Смотрите, не переключайтесь. Я думаю, что еще какие-то находочки должны быть. Хожу, друзья, хожу. Сигнал был просто мощный. Сверху почти лежало. Вот такая вот штука. Я думаю, что это какой-то ременной зацеп. Вот этим усиком цеплялась за что-то. И была какая-то, наверное, пряжка еще к нему. Вот такая находка. Лезет что-то потихоньку, я вам скажу. Хочу доходить этот край поля и отправиться дальше. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Иду к машине, друзья. Будем переезжать в другое место. Уже тут походили, в принципе. И у меня такая печальная находочка. Сейчас увидите. Смотрите, кусочек обломанного динарика. Просто грусть, печаль. Сверху лежал. Копать не пришлось. Сигнал хороший был. Ой, что ж такое. Хочется еще динариков целеньких. Печалька, в общем. Пойдет влом серебра у нас. Иду к машине. Машина у нас вот там вот стоит, возле посадки. И будем собираться. Сейчас пойду вот так вот чуть верхами пройдусь. Зайду на перепашку и краем посадки спущусь вниз, сядем в машину. А, наверное, пообедаем все-таки, потому что еще не завтракали. Ну, позавтракаем или пообедаем, в общем. Продвигаемся потихоньку к машине. Там дальше сейчас посмотрим, куда-то переедем. Подошли к машине, сейчас пообедаем, смотрим находочки. Тёмыч тоже динарик нашел. Смотрите. Он откиснет, я думаю, Тёмыч, он будет нормальный. Да, я тоже думаю. Он такой просто замурзанный сильно. А может и горел даже, видишь, какой-то. Это подгоревший. Нет, это серебро. Серебро? Мне кажется, да. Нет. Мне кажется тоже, что серебро. Да, откиснет, видишь, вот. Угу. Он, может, да. Он подгоревший. Мне кажется, у тебя тоже Тёмыч подгоревший. Может быть. Стреки они как одинаковые.
За лето 200 лежали. С одного баняка, только в разных местах. Тёмыч, что у нас там сегодня на обед? Смотрим. Огласите весь список. Смотри-ка. Колбаска, балычок, хлебушек, ряженка. У меня чаёк есть. Будем чаёк пить? Конечно. Будем, да? Сейчас попьём чайку, пообедаем. Я не знаю, это завтрак у нас, наверное, или обед. Сколько времени, кстати? 11:30. Времени 11:30. Нормально мы тут полазили, что? Надо ждать, пока я вот доделаю это поле. В общем, обедаем, друзья, и поедем где-то дальше. Проехали мы в разведке 4 поля, пока ничего. Сейчас движемся дальше. Хотим заехать еще в одно место. Интересное посмотреть, там соя стояла. Если ее убрали и паханули там, то я думаю, что мы там походим. Времени осталось не так и много. У нас уже сейчас 2:20. Попробуем еще одно местечко проверить. Смотрите, такие места красивые. Озера, щука, наверное, там ловится хорошо. Моросит что-то на улице. Мы едем копать. Ну вот мы и приехали. А тут вот такая вот печалька. Кукурузу собрали, но еще не запахали. Едем дальше. Да, Тёмыч? Да. Куда поедем? А тут недалеко, сейчас расскажу. Да? На камеру не будем, да, говорить, куда? Секретные места, ребята. Это тоже секретное, никто не знает. Нашли его в разведке в прошлом году. Ладно, едем дальше. Ну все, друзья, у нас вот еще одно поле, которое под кукурузой. И не знаем, когда его будут убирать, поэтому мы отправляемся домой. Выезжаем с поля и едем домой. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь обязательно на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Всем удачи, всем пока. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Theology вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Theology. Ссылки под видео в описании.